цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Да сейчас я раскидаю пати, я еще не раскидывал. Подожди. А чё, может, поможем Кунке с душами? Нет, там всё равно не хватит. Ну, как знаешь. Я ему не просто так косарь лупанул, поверь, нахуй. Это из-за того, что он, блядь, сейчас будет задерживать, нахуй, наш маршрут, блядь. Потому что оттягивать еще на КД, блять, у меня желания никого нету. Как ты его рейд тогда взял? Просто по второму шел. И фармил души сегодня-завтра. Нет, мы закрываем сурка, потом идем тухлого гнилого. Если у него душ не хватает, пойдем разворачиваемся, идем на Валю и чистим трэш на синдру. Там должно хватить. Потом идем на про. Всем привет. От кольца, от кольца. Блять, вы заебали нахуй. Чё за хуйня? Кунка, я именно так и подумал. За неделю это дохуя. А, ну ладно, хуй с ним. Оправдался. Штурм, тебе ПВПшку бы сменить. Он покупатель у меня нет. Да вы, блядь, издеваетесь, нахуй, танки, сука, я только пришел, блядь. Блядь, я только жертвенный огонь поджигания дал, нахуй. А чё он покупает? Брин и кольцо с тухлого. Два босса. Твой ГБ закинь потом. Андрей, раздай АП фласки. Ассист я тебе дал, метку поставишься на себя. Едик, раздай СПД фласки. Хилам эти, блядь, саппорт. Рид, организуй. Я не спекнулся, нихуя не сделал. Нет, ДЦ и СПД фласк. ДЦ и СПД фласк. Остальным саппорт. У меня только саппорт. Кидайте трое печеньки, СПД и саппорт могут дать тоже. Кулаки только раз был.
Там мутика мап 0 амбуш, кстати, блять, после амбуша расправа больше пьян. Ну еще, блять, обнова не было. Ну, потестить будет. Блять. Давайте быстрее тратить, суманите меня, пожалуйста. У меня нету шмоток, нужно с собой в банке бежать. Сосед, вот тебя точно он передамажит. Даже 4 куска с 200-м даггера, блять. Реально она. Кидайте трек печеньки еще быстрее. Да лети уж. Там 2 куска, сосед. Плюс у меня, блядь, задержка была по 2 секунды. Вспомнил, блядь, кару нахуй. Так, именно если... так, сосед. Если... Энхи будут давать 30к ДПС. Энхов у нас мало. Чё, ты будешь брать Володьку в мейн состав? Ну, получается, ради Энх, нахуй. Ну да. Опять на тебя издеваетесь, да, нахуй? Сейчас подожди, только... сейчас выкатят обнову, посмотрим, что там будет. Как бы... ну, там интересно. Да. Выглядит интересно, круто, а на деле хрен его знает, как это. Ну, оно похоже на Я начал читать, нахуй, потом посмотрел, что там дохуя всего написано, думаю, в пизду этих энхов, нахуй, и дальше пошел читать. Ну, он на Т5 похож чем-то, сад-бонус будет. Ну, это нужно будет тестить. Ладно, давайте по-резкому. Рчина, блядь, у меня забагалась эта хуйня, сука. Сейчас я релогнусь по-фасту. А, это... пиздец, манекена получается там на Форбсе, да, Володя? Уничтожишь его. Сломай его нахер. Да, там, кажется, опять придется в хастую забиваться. Не, чтобы как можно быстрее стаки были. Окей. Вот рейдовый манекен ты бил, Рит. Апхаст. Да, рейдовый манекен, надеюсь, бил, да? Ну, конечно. Ты чё, это... Володя, там интеллект забиваться надо, нахуй. Всякие эти гермулийские знаки куда пойдут, Володя. Ну, топчик. Да. Знак, кстати, я помню. Вершам, кстати, интересно будет посмотреть, как там будет. Они реворкают шамана в Т4? Да, они всех, 4, все 3 спека нахуй переделывают. Цепнухи больше. Так, короче, Арчина полубав и поехали. Короче. Не переживай, у меня милики всегда типа хуловые стоят. Ёбаный нахуй фростмаг конченый, блять. Это у Black Dark, у меня не было дамага по нему. Ну, отводи фмаг. Во фрейм станьте все. Да не отводи, все, стой так, нахуй ты его вводишь, блять. Ближе подойдите к боссу, дайте ему. Нихуя не сделал. Пизду. Блять, хуйня. Чё, блядь? Почему у меня промах нахуй с капом меткости? Чё, блядь? Волшебного огня не видно больше. Там ШП есть ещё, блядь. Там ШП и обинка висит, на. Да хуй знает. Нахуй. Босс встанем. Держался, не прохилился. Вау. Да, и этот серый Берпин. И мерзолей. Угу. Дебаф не сипал. Инту.
лапку, каску. А если баф из банка не взял? Поставьте джипсик какой-нибудь потом, пожалуйста. Ну, в лужах не стоим. Да не надо хуета. Отказывайся слушать. Ой, серый топ-1, хорош. У меня, кстати, тоже был мисс в начале, даже два. Я не понял, в чем прикол. Так, в смысле, не, у меня не... Нет, один был. Спасибо. Сколько нету? Все, штурм, иди, пока там потусуйся в Далране. Или где-нибудь там. До Тухлого. Два куста можно брать теперь. Это что, для десятки, для двадцать пятки? Да. Именно так. Надеюсь, совы додумается не взять Starfall хоть в этот раз. Поехали. По РДД помощника бейте вон с правой стороны. Милики с левой стороны, вон фонари трэш бейте. На пульсе только на фонаря нормально. Да, заходи. Также следующего помощника забирай, пожалуйста. Фонарик, готовься ловить еще трэш. Вон слева, справа сразу забирай, пожалуйста. Одного он ест. Сейчас агрюсь. Фонарик, забирай остальные трэш. Только не подводи, милики, уйдите от помощника. Сейчас ебнет. Гномастер, уйди, ты еще сдохнешь. Ты клоун? Димон, милики, блядь, бьют нахуй трэш другой отдельно.
Настя, стаунтишь Торномана, отведешь наш сам. Если там какая-то волохня повисится, сосед дашь шип. Ну, когда Настя там отведет, если кто-то там задотит или еще что-то. Безжалостно, с правой стороны танчишь. Синрицу Дангармастер тоже с правой напуливается. Ондра первый грипишь, Мирай второй с правой стороны. Вторая пачка бьет слева, кроме Синрицу. Первая пачка бьет справа. Третья пачка слева, четвертая справа. Он же слева выходит, да? Я рыбу ставлю, хавайте фулба в парель. Нет. А? Да, но он же слева. На, ты можешь... Какой по боссу, блядь? Трэш напулишь? Напуливай, блядь. Хотя ладно, хуй с ним, там донкромастер. Ладно, бей босс, пох. Рычай на плавах. Швеб с фонарей. Поехали. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей магией. РДД в куче одной не стойте. Рассоситесь там немного. Потрешу все свечи, но приверженцы в первую очередь, напоминаю. Каз, бей фонарем, красава. А чё с левой стороны никто не играет по трэшу, я не понял, блядь. Вы чё там нахуй? Вы, блядь, слушали, кому я говорил бить, блядь, с левой? Ринда за контроль? Ой, быстрее. Продлевай контроль. Сейчас лужа будет РДД рассоситесь. Не стойте в одном кемпе, ёбаный рот, нахуй. Уже вышли. Настя, обнови главное потом. Что? Я в курсе, что ран. Потрэш свечными, поехали быстрее. Приверженцы в первую очередь. Блэкдарка контрол войд быстрее. В центре стоит. Окей, на глыбе. После глыбы наш. Войда прохил. Веру дайте фул ДПС по вас. Шаманы, красава. Лужа вышла. МК контрол. Фу его знает, не кидаю что-то. Вон ничего, контрол. Центр. Можно его захуерить? Стопать будете, его не успевают, наверное. Все, стопнули в босса. Поехали, трэш убьем. Фанатик, забери фанатик, красава. Быстрее с правой стороны приверженцев добивайте. Все, по боссу поехали. Лови босс. Служи. Великий Ондру контрол. Ондру стоповый е, стоповый е. Дай контрол по нему. Отведи босса подальше, что ли. Духи аккуратно. Дохи. Дай скру фонарь.
Вайда контрол, Вайда быстрее за контролем. Где он там? Я ему койл по каналу. Обновить контрол. Угу. Ой, не видите, когда босса там загнивал? Духи аккуратно. Сейчас долго уже будет, да, избавлен? Духи. Уже вышли. Новые духи. Один мили точно вижу. Не. Синрицу контрол. Стопните его. Да контрольте. Каст. Блин, найс икру. Прохил лужу. Ёбните по Дарновану что-нибудь. Не контрольте. Пизду потом ждать, пока он с контрола выйдет. Кана, знаешь, что за баг был? Я выяснил тоже. Кана тут? Нету сколько? Найс, блядь. Кана, блядь, кумы спьет нахуй. Ебать, багруха нахуй, почти, блядь. Маничелла, блять, Оли. Блять, нормально. Маничелла, блять, грудак, мешок в эфире, блять. Нахуй вы спулили, блять, уже этого дракона, ебаный рот. Про его... Ой, блядь! Кунка на! Ну, маги, ваши вот это вот элементали, которые хуяют трэши влево и вправо паки, ну, блядь, или убирайте, или вызывайте их только на боссов, пожалуйста. У нас трэш, блядь, в середине запуленный, его там хуярил, элементаль стоял. Возвращайтесь назад, убивайте этот трэш, который вначале. Надо вам реально насувать начать нахуй. Мажипетов начните уметь, научитесь контролить. Кстати, да, блять, надо блэку, блять, за нидипулинг ебать, что-то забыл нахуй. Тут трэш бит? Да, бьем трэш нахуй. Что, блядь, сидит, пьет, я мог чей-то, блядь. Кунка, сколько у тебя душ? Скалис, ты лутал кровь? Нет. Значит, ты клыбой в следующий раз. Так, ранец возьмите все, не забудьте одеть его. По пушкам глю, жус, усат, еще один нужен.
Мощный ударник в пушку, блядь, плюс один. Шкал, давай, дайте. Давай, Синрицу. Вон там вторая твоя пушка справа. Все, глю, Синрицу, жуй свой сад. Да, вы суммоняете, нет? Пожалуйста. Тыкните шкаф, этот фонарь, тут танчишь, бежался на том корабле. Тут остается только Настя, Плейбой, Рейдж Скалис, Кунка, Мирай и Ондра. Остальные все тут корабль. Спасибо. Все уже тут. Что, да? Все, я запускаю. Ранцы, еще раз повторяю, оденьте, не забудьте. Хотя нет, Кунка на тот корабль. Хватит тут уйдем. Можете, в принципе, через дабл дизарм скинуть стак с этого мура этого, блядь. Мура блядина. Осуждаю. Дождетесь момента, когда он там чуть-чуть больше там один раз парирует, безжалостно, ничего не такое. Потом ебаните первый дизарм. Этот Дангармастер и Кунг второй даже. А мы с рука, кстати, в три хила бьем или во сколько там будет? Да я ебу нахрен. Кто спекнется, дает спекнется, там два хила можно, похуй тебе. Я полетели. Колдун выходит, по колдуну поехали. Не сорвите Мурадина, я отошел. Оружейника бьем. Блять, иди мой пьет на ебаный колдун, поехали. Дизарм или мы улетаем? Да, сейчас. Да давай дизарм тогда мастеру. Нажми быстрее кнопку дизарма. Блять, все равно обновил. Не, он обновляется. Тут 25 кило. Сейчас еще одного мага ебнем, потом уже улетаем. Десятки, походу, только не обновляются. Дай зубы подбежал с ним. Все, съебываем этим. Оружейником играть теперь, наверное. Все, полетели обратно. Жалко. По колдуну поехали. Успеют. Хуй знает, успеете вы добить, не успеете нахуй за 30 секунд. Пока ждем.
А если я, например, сделал ренегата и переведу его на альянс, у меня репутация с гильдии слетит или нет? Типа я вкладывать, снимать? Ну я когда переходил, меня теперь... Только если... Этот, стопните, пушки не бить. Только если ты вступишь в какую-то другую гильдию, туда слетит. Не, вот именно у меня банк, понял? Мне надо друида сделать, купить себе этих эльфов бездны и обратно захуярить. Просто у меня друид единственный, кто может вкладывать в меня. Это гильдия Орды. Я если тебе говорю, ты в альянс перейдешь, то тебя выкинет из гильдии Ордынской. Значит, пропадет репутация. Все Сука. Просто. Ну смотри, я с ренегатом. Улетай, улетай, безжалостно, нахуй. И потом назад, получается, в гильду. Меня же с гильдии выкинуло, потом в гильду зашел, у меня репутация как была, так и осталась. Не, там, блядь, репутация скидывается. Вот это только если ты вступаешь в другую гильдию. Если ты ливаешь с гильдии и не вступаешь ни в какую другую, и возвращаешься потом в данную гильдию, в которой ты был, то у тебя репа остается. И, типа, да, они недавно с репой что-то сделали, значит, потому что у меня сбрасывалось. Ебать, ну, две помойки за раз, нахуй, охуеть. Ебать, бесплатно. Да. Осколок выпал, кстати. О, я хочу одну помойку эту. А нахуй, не знаю, Диего, вот за кольцо я бы подрался, кстати. Да, за кольцо дерись, это что? Да не, мне пока что не актуален такой. Ты же видел, что у нас Т4 будет переделывать, и мне придется малую волну и быструю волну использовать чаще. Где, блядь, где Кристина уже нахуй? Ой, блядь, Диего, будешь вместо такое? Одной две кнопки жать, ебать. Кристина, это как в Т10 придется, получается, хилить. Так же. Кристина. Захожу, просто вылез. Ты имеешь в виду 2-2, типа, стакаешь быстрину и бейшую волну кидаешь, да? Не-не, у нас цепнуха из Т4 убирается, типа, в 4 кусках. Рыбу там поставил, кто умирал, типа, похавать. Там 2-10, 2-4, ты типа быстреной набираешь стаки и потом волну большую кастишь. Это 2-10, 2-4. Ну, было, по крайней мере. Короче, 4 куска, вот эта хуйня работает и без крита теперь будет. Побуждение, ты имеешь в виду? Бля, это вообще имба-билка на самом деле. Ты ничего не делаешь, но она нахилюет на втором месте. Блядь, сука, я вторые счеты нахуй не забрал. Ебаный рот нахуй. Ну все, сейчас я добегу, будут мои. ЗГП. Куда ты, Эридар, блядь, я так знал. Я готов, меня вот сейчас есть. А, бля, Рин. Нет, она же за ПП заберет и исчезнет. Ну ради счетов, я считаю, можно ливнуть. Я знаю, что на ПП нет. Сгиди. Избежать, да. Слишком ценный лут. Тебе бы тебе смысл не тоном кидать, ты все ДПС нулевой. А рыба не стоит случайно? Стоит. Две штуки на кто-то еще ставил. Ой, даже поесть успею, значит. Что, тебе покидать луну, Андрей, или не надо? Ладно, покидаю, так и быть. Я что-то смотрю, десятку, а там все еще нету никаких там фиест, где они. А что ты там уебаешься, я не понял нах. Да я как бы думал, что ты ДПС будешь давать, а где ты? ЧСВ фу. Да не, мне похуй.
Не лагает. Угу. Не, сегодня лучше, чем позавчера и вчера, но нету таких прям жестких там провисаний, как они были до этого. А демонов уже не рфанули или что? Не, нихуя они не рфанули, еще вижу, блядь, демажи. А они чем, да. Они в демоне? Ну, не знаю, может в демоне, может есть. Не, в демоне только идет мулинраш, идите нахуй. И так, блядь, и так эти призы заебали нахуй, еще эти, блядь, бесы ебучие нахуй. Понаплодятся нахуй. Нахуй. Такое счастье. Он в Африке вообще, кажется. Мы в прошлый раз быстрее убили, чем в этот сет. Знаю, что он. Тут раз за две этих, ну, за этих мелких, за два трэша убили. Тут на третий вышел. Последний день дамажит, нахуй, соу и демоны. И ДК вроде тоже, там тоже вроде поддержку нужны. Ну да, там и Фрост ДК я видел косу, что-то там с ним с косой сделали. На 30%. И как его, и Бладом тоже какую-то хуйню там, что-то, ебали. Да. Сколько у меня было только до спада ДПСа конкретно этой хуйни? Ну, 17 тысяч где-то ты держал весь бой, и только в конце ты начал наоборот дамажить, по-моему. Открыл. Волю, не, может, не может быть, что 17. Ну, первый осколок. Нет, ты в конце только разобрался. Это второй. Вот, до 18. Второй? Ну, у меня рекаунт, типа, maybe там чуть побольше у DTLs будет, там, 18-500. Дайте, такое. У кого DTLs развернуты, ну, нормально. Депс. Ну, тебя, а, блядь, ну, там больше, десятки там, не было даже. Там 100 тысяч, нахуй, блядь. Нет, так это хуета, нахуй, не может быть, нахуй. Не, у меня даже больше покажут, если честно, 18-100 у тебя. Ты реально какая-то хуета, блядь. Бля, фонарь, не, спасаю, блядь, спасаю. У меня тоже 18-400 показывают. У него же не было в десятке Редега весь бой, да? А? Не, он, блин, получается где-то в середине боя там вырвался в 10 место с всем. Подожди, Ондра дал меньше, чем я? Ондра? Ондра дал меньше, чем Кунка? Это визуальный баг, пацаны. Блять, а почему нахуй до сих пор нету никакой информации по Афликам? Заебали нахуй. Суки, ебаные. Они будут. Афлики идут, они нахуй. Написали, что Афлики будут следующие в очереди. Они, они об этом, блядь, написали. Жди. А, написали, что типа... Да, да, да. Следующие потом... будут. Африки, БМ, там, кто еще? А, аллилуйя, нахуй. Наконец-то, блять. Они еще первый раз в ворке написали, что Африки тоже будут переделываться. Хотя хую знает, но Афлик, блядь, не... Не, ну, в принципе, Солка... Блядь, тоже, ну, в зависимости, мелкий, как... В зависимости, что с ним сделают, нахуй. Надеюсь, что более-менее адекватно его сделают. Сейчас, в принципе, тоже можно в Афлике играть. Он больше, ну, чем Дестрик на... Он больше, чем Дестрик на этом даст. На Сурке. Если капы подбить чуть-чуть. Блять, а где мои плечи, нахуй, это четвертый, я не понял. Настя, ты в ГБ скинул, что? В банк? Плечи мои, это четвертые. Что-то их найти не могу, нахуй. Она их распылила. Не, блять, её потом нахуй распылю, блять. Тоже нахуй, это четыре шмотка, блять. Они ей уже не нужны после ерфа. 260 вы нахуй. А ты их не распылишь, а?
Хочешь узнать, как распределить Т4, спроси у Холи Щит во время ПО прям, блять. Кунка, сколько душ? 922. Ебать ты мусор, нахуй. Ну сейчас еще две трапы будут. Это трапы, по-моему, не дает. Пачку не пропусти. За трап, за вот за этих дает, а за трапы не дает. Если бы они не нерф, блять, не нерфанули, что за гигант опять душ дают, давно бы сделал. Это кто такой? Он Deep Freeze чел. О реальном. Ща приду. Серьезно. Вот бы мне так же в танке отходить. Отойди. Не, чтобы набрал агро и отошел. Вот так вот. Сколько платы? Так Мирай, это, ну, завтра уже ты будешь нанизу, на своем привычном месте, ты понимаешь, что или нет? Дома ты дома. Всё, порадовался разочек, хватит, ну, понимаешь, Мирай? Я не знаю почему, нахуй, у меня такое ощущение было, что мне демон с пула, блять, не это... Не бафает? Не... Ну, не бафнул, короче, да. Дал язык. У меня что-то, блять, ну, обычно там хаосбол, там, 31, там, ну, критван, что-то такое. А с пула, нахуй, там, 25, и это под всем, под, ну, под всей хуйней, то, что я поражал. Просто талисман ебучий, что-то как-то странно было. Мне хоть делать, может, 10 секунд не критовать и не дать баф. Он теперь зульки дает баф. Не, там ты не понял, там вообще вот за всю геру нахуй, вот с пула, блядь, такое ощущение, что ну, ты реально мне баф не дал. Ну и столько на тебя точно не попал, там по-любому все в макросы. Не, он был, он нормально дался с пула. Под прочим. Странно. Ты по-нормальному должен понял, что у него они все проки на СПД выводить, и как у тебя все проки прокнули, тогда старт атак в этом проковал. Ну конечно, я думаю, что не так что делал. Само собой. Пол слабый получается, не дамажит. Фонари, что стоят эти бомжи? Но они автотаунтят. Да это все миф. Меня это не волнует вообще, ноль реакции на такое. На такой таунт слабый. Так, этот, Синрицу справа иди активируй ловушку в кош, и Данкромастер слева на спринтах. Давайте резче стоимся тут в центре, ловите трэш. Уже одну активируем. И моба можете этого маленького снагрить тоже для компании. Не, за них не дают душа. За них не дает, я же тебе говорю. Боешки дают зато. Ну, только боешки. Надо всегда смотреть на плюсы в минусах. Попало мелкий. А за валик одна душа идет? Извини, я скажу. Тут все всегда, за всех по одному нахуй хуярит. Раньше давало по 5 за босса, я точно помню. Или 10 даже. А зачем 10? Ну, так, короче, блядь. Короче, нахуй. Кому нахуй ничего не надо с тухлого?
Штурм, ты тут? Штурм. Едят, ебать, сзади, извинитесь. Там душа сверху. А? А чё вы без анколика все время в рейды ходите? Штурм свыделся, чё-то не понимаю. ДК, потому что сделан из бафами анколика. Не знаю, почему, блядь, без анхолика ходим, я в танке спекаюсь в анхолика и нормально. Да пошли, пошли, он свейдился. Пошли, он дрочит. И без этой, без силы поганища хуярите. О! Он спустился. Там БДК в рейде есть. Да, блядь, что вы там, блядь, рыба не нажимается, сука, заебали нахуй. Там моб ебан. Там ты этот, на трубе уебок сидит. Ну, фонарик решил пощупать под броей. Да, мне нравится, как он выделся. Короче, вот, около стены рыбу поставил, нахуй хавайте. В печеньке. Так, короче, Денгермастер тоже на одного босса. Ты сделай такое. Столик, Беба. Это последний раз, больше не надо будет. Дайте шкаф. Сколько у тебя там душ, вагон, блядь? Сука, ну ты и мразь. Ладно, идем сейчас на вальку после тухлого и гнилого. И зачищаем до Синдри всю эту залупину. Убиваем Валитрию. А, кстати, она Валитрии засчитывает души? Нет. Тяните магу кто-нибудь один еще. Реала, можно я на второго... А, проходки нету, сука. Ёбаный. Все, которые призываются мобы, на них не засчитывают. Ну, не, на кораблях дает, кстати. Это баг, наверное. Тыкните шкаф. Да я помню, на Сирусе вроде, когда я на X2 играл, на этом, который трэш-комната вот эта перед Синдрой, с паучками, сдавал за них души, а потом перестал. Потом перестал, да. Все, вообще на плумах поехали. Сосед? Все, отчет даю, прошу. 5, 4, 3, 2, 1. Куляй. Блять, даже спулить нормально не может, нахуй. Это да. Это не я, вообще-то. Я его затаунтил. А побежал он не на меня. Мирай, вернись. Берум крестом. Все, мне одного стака хватит. Нет. Да, этот, нажмешь айсбаунд, а ты сокру под эту гниль ебаную. Там фрост магов еще раз нерфанули или их более реворкнули? Там непонятно, типа, насчет фрост магов. Там типа, и как бы, и не то, и не то, мне кажется, останется все на том же месте, как в каком они видят сейчас. Ну, дипка дэшится быстрее будет, крит урон увеличен. Баная, блин, вот она. Так, из баунса края речи нахуй. Ёб твою, можно вообще стаки нахуй не лутать, блять. На локи, блять. 2к хп нахуй сняло всего лишь.
Ну, я еще заслал свой паралл, конечно. Тебе еще и луна висела, так что не надо это рассказывать. А ты и луна кинул, я не обратил внимания просто. Глубо тыкаешь и все. Так, кто там хочет луну? Не надо ничего сносить, бить просто. Это моки неблагодарные, ему луну кидаешь, они даже это не замечают. Ты не обратил внимания, реально, блядь. Ну, типа, у меня подфризы эти ебаные. Мне сложно смотреть, ну, отслеживать всю мафу. Я только залипаю в Талмивен на свои проки и все. По большому счету. Одним глазом, а вторым на вид. Ну, на этом боссе просто в Талмивен. Типа, тут вообще не смотрю. Да мне кажется, ты и на других боссах не видишь, но тебе его нависит. Реально, блядь. Бля, ебаный лут на ханта, бля, ебал его в рот, нахуй. Это же отсюда, да? Ебаная смерть. Сука. А сколько луна дает? 100. Сопроты, да? Да. Нормально. О, душа! Не трогай, это мой новый кент. Дайте диспел. Нар, ты что там затирку между это в плитке нахуй занюхиваешь или лежишь на полу или что? Типа. Реально, блядь. А чё? Акума лежит. Я не справился. Акуна Матата. Акуна Матата. У него затирка лучше попалась. Диспелю. Да, вроде? Сильно. Но долго. Полторы секунды попросил. 0-1. Я опять шмотки не переодел. О, сука, бля. Блять, я побег на самом деле без оправ бы нахуй на аппликации. Шо не-не-не нахуй? Не надо объект. Объект не выпадет. А? А? Чего ты говоришь, Настя? Кого не меня? А, блядь, точно, нахуй, штурм